दो दिन पहले ही हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव से, विशेष करके कृष्ण ने Шримананда Прабху говорит, что вот мы слышали разные лилы о Кришне, как Кришна убивает Будду, например. Когда ему было 6 дней, Кришна убивает Будду. Какова причина? Шрила Вишнава Чакрита Такура объясняет. Есть церемония, когда на 6-й день ребенку ставят тилак Гурачаны. Канса попросил Путану, чтобы та убила Кришну. Пришла во врач и убила Кришну. И убила вообще всех новорожденных детей в какой-то определенный момент времени. Кришна хотел посмотреть красоту Вриндавана. И видя желание Кришны, Йогамая, она отправила Путану. На самом деле, демонов вдохновляет прийти в Вриндаван не Камса, их просит прийти, а это Йогамая вдохновляет их прийти. Йогамая организует это все, вдохновляет Камсу, вдохновляет демонов, и они приходят. И когда Путана она взяла Кришну на руки, она подняла его на большую высоту, и Кришна мог посмотреть на красоту Вриндавана, увидеть, где его друзья родились и так далее. Затем, также через некоторое время, Канса отправляет Тринаварту. Тот приходит как смерч, как сильный ветер. Кришна Чакрати Такур объясняет также. Он спрашивает, Кришна Чакрати Такур спрашивает, если Брама и Шива не могут войти во врач, то как же тогда демоны попадают туда? И он приводит несколько причин. Кришна Чакрати Такур говорит, что Кришна проливает особую милость на них. Брама, Шива, Удава, все Бхагаваты, они возносят ставы стути Кришне, чтобы привести принкуса стоп Кришны. А Тринаварта полностью погружен в невежество, демон, как же он смог близко подойти к Кришне. Кришна Чакрати говорит, что это было чисто по милости Кришны. Однажды Кришна, он вышел, докормил Кришну маслом. Он держал Кришну на руках. И время, когда пришло, когда Тринаварта появился во Врадже, то Кришна сделал себя таким тяжелым, что Мама Яшода положил его. И тогда Тринаварта подхватил Кришну и поднял его вверх.
कौन पूतना ने तो मुझे उड़ा के ले गया, लेकिन मैं पूतना को प्राण हरण करने में इतना व्यस्त था कि मेरे वृंदावन को ठीक से देख नहीं पाया, ये मेरे सखा सखियों को ठीक से देख नहीं पाया। Кришна подумал, о, Путана, она подняла меня в небо. Я был так занят, что я высосал у нее жизнь. Я даже не мог посмотреть нормально Вриндаван. И теперь он это желание реализует. Посмотреть Вриндаван реализует это желание через Тринаварту. Это первая причина. А вторая причина, которую Шначи Гуру приводит, на каждом фестивале, связанные с Кришной, полубоги бросают лепестки цветов, они играют на музыкальных инструментах. И Кришна думает, вот они всегда помогают на моих фестивалях, я должен также пролить на них свою милость. Когда Кришна взлетел вверх с Тринавартой, то полубоги начали проводить арати. И тогда Кришна говорит, Кришна подумал, мне пора возвращаться обратно в Вриндаван. И он как бы схватил за шею Тринаварту. Так же, как Шива был Трипурари, таким же образом Кришна схватил Тринаварту за шею, и тот умер. Кришначи Катакур снова говорит, приводит две причины. Когда дети пугаются, когда их подбрасывают высоко вверх, так Кришна он от страха как бы схватил за шею, очень сильно схватил за шею Тринаварту. Шаналочка Такур говорит, кто такой Тринаварта? Он символизирует ложную гордыню. Пока у Дживы есть эта гордыня, то есть гордость какого типа? Того, что у Господа нет формы, что ниракар, нет качества, ничего не делает. Такого типа невежества символизирует Тринаварта. Но Кришна живет в Вриндаване, он играет с своими друзьями, он ворует масло, разбивает горшки. Те, кто является майявади, которые пытаются слиться с Брахмаджоти, они никогда не смогут быть свидетелями игр Кришны и его прекрасных игр. Поэтому гьяни они считают его бесформенным, поэтому никогда не смогут наслаждаться его играми. Мы уже слышали от Гурудева, что Прахлада Махарадж, он не вошел в тело Нарасимхадева, что друзья Кришны, они не входят в тело Кришны, они всегда отдельно от него. Они существуют, чтобы лилы они происходить. Но майявади, они пытаются, Рамбуда Прасанатма, они пытаются слиться с Господом. А преданные никогда не пытаются слиться с Господом. Так, Господь, Он Кришна
когда Шива совершает садхану. Гурудев говорит, когда Тринаварта пришел, он все тело, то есть все небо покрыл, сделал темным. И он подумал, о, Канса, Канса мой дедушка, и он отправил своего друга ко мне. Я тоже считаю своим дядей, не дедушкой, а дядей, прошу прощения. Так же, как мама подбрасывает ребенка маленького вверх, ловит его снова. Кришна думал, что, о, моя мама подбрасывает меня не так высоко. Я планирую воровать масло во всех домах Авраджи. Поэтому мне нужно смотреть окрестности, чтобы понять, как подбрасывать эти дома, как уходить потом. Поэтому мне нужен какой-то летательный аппарат, чтобы посмотреть весь Враж. И также я хочу дать даршан полубогам. И видя желание Кришны, видя его настроение, и тогда Кришна, мама еще держит Кришну на руках, и он думает, что Тринаварта сейчас меня подхватит. Если с мамой подхватит, то как она сможет, ну, как бы сохраниться? И он стал таким тяжелым, что мама Ишода просто не смогла удержать его на руках. В этот момент Тринаварта подхватил Кришну, и все небо заволокло темнотой. Гурудев рассказывал Харикатху однажды. Он сказал, что тот, кто пришел совершать садхану, то в жизнь тоже иногда входит тьма. Так же, как вот тьма приходит, когда сильный ветер дует, то Бхакти также тьма бывает. И садхак должен быть очень сильным в этот момент. Если кто-то будет говорить правду, пытаться, то у него будет 100 препятствий. Те, кто начнут медитировать, 1000 препятствий будет. А те, кто будет совершать баджан, на каждом шагу они будут сталкиваться с проблемой. Если кто-то пьет алкоголь, курит, никаких нету препятствий, но если вы тело поставите, если вы хотите мало одиниться, то все сразу скажут, да, что ты тут выпендриваешься, хочешь стать, показать себя святым, большим преданным. Но если ты пьешь алкоголь, куришь, то тебе никто ничего не скажет, ни слова. Прохлада Махарадж, сколько проблем отгреб, сколько проблем получил. Его отец, собственно, хотел убить его столько раз. Харидас Такур, также его избили на 22 площадях базарных. Куреш, например, также ему глаза выкололи. Прабхупада проповедовал. Столько раз его пытались убить. Гурудева тоже сколько критиковали. Отсюда вывод такой. Если приходят проблемы какие-то, какая-то темная полоса в жизни, то не оставляйте баджан. Путь бхакти — это не путь лузеров, это путь героев. Мы слышали, что это не путь лузеров, это путь героев. Так же, как солдат, он отправляется на войну. Он как бы в жилах горит кровь, и ему не важно, насколько силен противник, сколько их там. Он никогда не отступает. Так же и здесь. Вывод в том, что если какая-то проблема в жизни приходит, не оставляйте баджан, не думайте. Гурудев еще одну хорошую историю рассказывал. ये कभी-कभी माया भी भक्तों का पीछे पड़ जाती है सबसे ज्यादा पीछे माया पड़ जाती है
Иногда майя также пытается попрепятствовать Живе, да, в совершении баджана. Был Пуджари Брахмачари, который служил Господу. Он Рангаджи он служил, и он собирал цветы, туласи для служения. И однажды он собирал эти цветы, и две проститутки, сестры, они проходили мимо. И старшая сказала: «О, это Брахмачари, он такой красивый». И он так погружен в том, что он собирает туласи и цветы. Он повторяет цветы имена Кришны. И тогда молодая сестра сказала: «Смотри, красивый сад, погружен в служение такого же». Тогда младшая сказала: И она, младшая, говорит: «Он Брахмачари, пока меня не увидел. Он, как только увидит мою красоту, то он потеряет свою Брахмачари». И они начали спорить. Старшая говорила, что святые, которые совершают баджан, они очень сильные в своих обетах. А младая говорит: «Да нет, он просто меня еще не видел. Он посмотрит на красоту, и все как бы привлечется». Это младшая сказала: «Я обещаю, что я сломаю ее Брахмачари». И что она сделала? Она, когда там был дождь, она специально одела тонкую одежду, и она намокла, стала облегать тело. Она Брахмачари собирает цветы, и она начинает играть. Она говорит: «О, пожалуйста, спасите меня, я умираю». И тот услышал, что кто-то зовет на помощь. И как бы опять собирает дальше. Она снова кричит: «Я, спасите, умираю». И тогда святое сердце святого, оно мягкое, они очень сострадательны. Этот Брахмачари, он пошел на звук и увидел, что женщина как бы в плачевной ситуации, но она как бы не понарошку, как бы, что она замерзла, дрожала. И я так понял, он ее там где-то приютил, и она все время привлекала его внимание, там говорила «рам-рам», то есть все время привлекала к себе. И таким образом соблазнила его. И он вместо служения так уже начал заботиться о проститутке. И тогда Такур же думает: «О, мой преданный ушел. Он пришел совершать баджан, оставил все, пришел совершать баджан. Но что сейчас с ним происходит?» Так, Такур же очень милостив. И он подумал, что же мне делать, как мне сохранить его. И однажды Такур же сам украл золотую флейту в храме и положил проститутке. И когда на следующее утро начались поиски, что кто-то украл золотые украшения, флейту, и все отправились на поиски, полиция отправилась на поиски. Когда они нашли
это все украшение проститутки, они сказали, о, это брахмачари. Это, он же служит так уже, во-первых, а во-вторых, он все время ходит проститутки, он как бы узнали это. Значит, он украл и принес на проститутки. Они взяли брахмачари и посадили в тюрьму. И он такой думает, ну ничего себе. Я пришел совершать бхакшан, я как бы специально отрекся от всего, чтобы совершать бхакшан. А теперь, что случилось? Теперь я попал в тюрьму. Из-за того, что я привлекся к этой женщине, зачем я оставил, зачем связался с этой проституткой? Он тогда взмолился, так уж, о, пожалуйста, Господь, сохрани меня. Из глубины сердца начал плакать и просить. И тогда Такур же пришел к нему во сне и сказал, а он пришел к Махараджу, к царю. К царю во сне, и объяснил, говорит, это я украл флейту, чтобы спасти этого брахмачария, чтобы он не оставил свою привязанность к проститутке. Просто чтобы преподать ему урок, я это все организовал, сказал Господь царю. И тогда царь выпустил брахмачария. Гурдев рассказывал Тхатху и все время говорил, садху, садху, будьте внимательны, потому что майя, она атакует брахмачари очень сильно. Особо внимательно к ним. Гурдев говорит, она входит как иголка, а выходит как сабля. И вы увидите, что все в бхакти будет потеряно. Поэтому Гурдев говорил, будьте очень аккуратны, остерегайтесь майи. Шукадев Госвами сказал, Ортавада там, так же, как... Что такое Врадж? Врадж — это место, где Кришна совершает свои лилы. Это вечная обитель Господа. Это обитель Господа, но то же самое. Врадж был покрыт тьмой. Также и брахмачари на пути бхакти иногда приходит темная полоса и покрывает его жизнь. Поэтому брахмачари должны быть и строить отношения только с Хари, Гуру и Вайшнавами. И если брахмачари втихаря строят отношения на стороне с противоположным полом, они думают, что вот, Гурдев ни о чем не узнает, Вайшнава ничего не узнает, Господь ничего не узнает, он ошибается. Это так же, как, говорит, и не надо хранить себе всякие там грехи, потому что это как болезнь. Если больной доктору не расскажет полностью о болезни, то как доктор сможет его вылечить? Поэтому не храните от Гурдева ничего, не утаивайте. Гурдев в Мадхуре рассказывал эту харикатху для брахмачари. Поэтому он говорил, не дружите с майей. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare.
Поэтому...